А ты знаешь, что такое маска для видео? Как и правильно создать и использовать в своих видеокроссоверах? Сейчас я тебе все расскажу. Давай начнем с самого начала. Ты любишь видео, в которых совмещены персонажи из разных мультфильмов. Именно для того, чтобы их совместить, нужно одного из них вырезать. Именно эта вырезка из создавания персонажа на прозрачном фоне или на зеленом хромакее называется маска. Этот персонаж можно сохранить и потом дополнительно использовать в других своих видео. Но как его вырезать, сейчас я тебе расскажу. Для начала из двух мультфильмов мне нужно выбрать два кусочка, которые я хочу совместить. Я взяла и Кинга, и Беззубика, а также Сису. Я хочу, чтобы они были все вместе в одном кадре. Я загружаю все это в Adobe After Effects и ставлю так, чтобы Сису была поверх и Кинга и Беззубика. Теперь мне нужно ее вырезать. Для этого я дважды щелкаю на видеофрагмент именно Сису. Открывается дополнительное окно. Наверху есть инструмент, кисть для ротоскопии, или ротоскопии, как хотите ее называть на самом деле. С помощью нее я провожу по персонажу Сису, и у меня выделяется ее определенная часть. Теперь я вижу, что чего-то у меня не хватает, и я не понимаю, как это смотрится в целом на картинке. Это окно, в котором я именно выделяю Сису, я должна перенести на отдельный слой. И тогда я теперь вижу, как я вырезаю, и что получится в финальном окошечке. Теперь я могу нажимать либо на Ctrl, либо на Alt. Как я нажимаю эти кнопки и удерживаю кнопку мыши, я могу регулировать саму кисть, которую я вырезаю Сису, чтобы более точно и красиво ее выделить всю. Я закончила выделять основные кусочки тела Сису, и теперь мне их нужно немножечко сгладить и растушевать в дополнительных параметрах инструмента, чтобы они не были такими резкими. Также у Сису есть шерсть, которую дополнительно хотелось бы тоже подчеркнуть и показать. Для этого есть второй инструмент, так сказать, его подопция, это уточнение края. Мы проводим только кистью на тех местах, где есть шерсть. И дополнительные ворсинки, волосики, там все вот это, чтобы программа смогла их найти. Как только мы это сделали, у нас происходит уже более красивая и точная маска. Ее тоже мы немножечко разгладим, растушуем, подбираем всегда индивидуально для каждой маски, тут невозможно угадать шаблоны. Также дополнительно можете попробовать поставить галочку в этой опции, это называется очистка края. Иногда она очень классно помогает, но иногда упирает много лишнего, поэтому тут тоже экспериментируйте и подбирайте под каждую маску индивидуально. Я довольна тем, как смотрится у меня первый кадр Сису, и вижу, что в финале, уже вырезая, у меня тоже смотрится она очень хорошо. Но мне нужно теперь вырезать ее в движении, повторить все то же самое. Программа дополнительно будет считывать, если мы будем передвигать этот ползунок. И практически всегда она считывает хорошо, но иногда происходит сбой, и тогда мы нажимаем кнопку Ctrl, убираем лишнее, увеличиваем, уменьшаем кисть, то есть формируем и создаем свою идеальную маску. От того, как вы тщательно будете просматривать эти миллисекунды, от этого и будет зависеть ваш результат маски, насколько она красивая, точная, плавная и идеальная. Мне нравится делиться с вами своими секретами создания, обучая вас видеомонтажу кроссоверу. Сейчас все переходят на дистанционное образование, и я считаю, это очень круто. Онлайн-школа интернет-урок может заменить всех репетиторов и даже саму школу. Это крупнейший российский онлайн-портал, где обучаются больше 17 тысяч учеников. Все мы помним онлайн-обучение в 2020 году, но на самом деле онлайн-обучение совершенно не такое. На этом портале уже более 5 лет обучаются ученики, и обучение там давно уже выстроено. Сейчас уже очень многие переходят на семейное альтернативное образование, и это помогает родителям не быть учителями. При таком обучении сохраняется намного больше времени на любимые увлечения и хобби, занятия спортом, рисованием, пением или ведение блогинга. При регистрации вам откроется недельный доступ, и вы сможете попробовать весь функционал. А если вам понравится, то на следующий год можете подумать о полном переходе официально. Ведь, обучаясь в этой школе, получаете также аттестат государственного образца. Единственное, нужно будет приехать на сдачу единых государственных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. Я получала высшее образование в университете дистанционно, и если была бы такая возможность сделать со школы, я бы ее точно не упустила и больше бы времени уделяла своему творчеству.
Закончив полностью вырезать маску сиса, я проверяю, как она будет выглядеть на прозрачном фоне, отключив для этого слой с икингом. После того, как я поняла, что меня все устраивает, я хочу сохранить себе именно на прозрачном фоне, потому что я работаю с таким форматом. Если вы вдруг сохраняете свои видео на зеленом фоне, да, на хромакее, и вам нужна маска, то для этого просто нажимаете «Создать сплошной слой» и выбираете зеленый цвет и сохраняете тоже свою маску. Настройки по сохранению именно в Adobe After Effects я загружу в виде вот таких вот скриншотов. Я рендерю свои видео и маски через QuickTime. Это помогает мне сохранить максимальное качество самого видеофрагмента, а также он весит намного меньше, если использовать плагины, встроенные в Adobe After Effects. Поэтому рекомендую вам пользоваться именно им. В итоге, вот такая маска у меня получилась. Я вставила первоначальный кадр с икингом и беззубиком, как и планировала. Вот как это получилось. Также я ставила маску сису с разными другими мультфильмами и персонажами, чтобы показать, насколько она универсальная, если правильно и точно ее создать и сохранить. Вы можете создавать так свои любые маски, но если у вас нет на это времени, потому что на создание одной маски может уйти несколько часов, не один час, а именно несколько, то вы всегда можете зайти ко мне на сайт и скачать любую маску, которая будет вам нужна для создания своих видео. Желаю вам океан вдохновения в создании своих видео-кроссоверов и развития в этом творчестве, и желаю удачи! Пока!